Утро второго дня. Всем доброе утро. Мы уже приготовили завтрак. Кушаем овсяную кашу с шоколадом. И выдвигаемся после того, как соберем палатки. Собираемся в дальнейшее наше путешествие. Ну вот. А сейчас у нас экскурсия по козьей ферме в Крахово. Всем рекомендую обязательно заехать. Детям интересно, а взрослым попробовать вкусные сыры, необычные сыры. А в этой продукции вы можете посмотреть на странице Фейсбука в группе «Козья ферма Крахово». Вот тут такие козочки красивые. Запаха практически нету. Все очень хорошо ухаживается. Вот такие красивые. Чтоб видно было его, что это козел. А так все кошечки. Да, все, то есть, которые с ошейником, это козлы, да? А сейчас мы идем смотреть хрюшек. Видишь, моется. Им классно. На уши им не лезь, а то они сейчас будут ушами мотать, и мы все будем грязными. Какой-то у них хвост собачий, не как у меня. Уши не лезь. Ножи вылазят оттуда. А как она едет? Она за трактор цепляется. Она вот сюда цепляется. На три точки. Сюда, сюда и вот сюда. Это плуг. Это землю пашут. А это грабли. Грабли? После того, как сено покосится, граблями собирается в волки. И потом машина приезжает и делает тюки. Такой вот сыр специальный. Швейцарский сыр. Гертер Кноль называется. Пейте, дети, молоко. Будете здоровы. В магазинах вообще другое. Да. В магазинах мне не нравится. Да в магазинах, это же не магазины. Угу. Хочу попробовать сыр с вином. Все, продолжаем второй наш день путешествия с детьми. И мы из Грахова. Сейчас находимся в козьей ферме Грахова. Отведали сыров, молочка. И сейчас отправляем. Да, вот. Обращайтесь. Контакты будут в видео. В описании. В описании, правильно. И мы сейчас от Грахова стартуем до Билечка озера, до монастыря там. Потом едем до Сланского озера. И, наверное, останемся на озере Крупоц. Посмотрим по времени. Главное, чтобы было все в удовольствии. Да? Да. Да. Наше путешествие продолжается. И сейчас мы с детьми находимся на территории монастыря Кисарево. Это около границы с Боснией и Герцеговиной. И вон там уже антенна. Вот это граница Боснии, Вилуси. Границ. Здесь очень все красиво. Горный воздух, козочки пасутся, петухи орут. И очень красивые виды. Вот там обзорная площадка есть. Вот тут. Вот такая красота тут.
И мы сейчас находимся на Сланском озере. Слано озеро. Но оно не от слова соленое, а просто оно пресноводное и нифига не соленое. А сейчас мы приехали на озеро Крупоц с детьми. Здесь очень красиво, мило. Вот такие цветочки. Озеро, закат. Наш ужин. Приятного аппетита! На этом наш второй день заканчивается в этом прекрасном месте. И мы увидимся с вами завтра. Пока!